Торопиться или не торопиться в хрониках? Вот в чем вопрос. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус. И с одной стороны, почему нам стоит торопиться? Потому что в хрониках герои частенько умирают, и, в принципе, даже не Люйбу может в скором времени возглавить нашу фракцию. Легендарную фракцию, и будет какой-то нойнейм, грубо говоря, ее вести к победе. Может быть, сын Люйбу. Но на это мы надеемся, конечно же. И там Люйбу работает, пыхтит, кряхтит, скрипит. Но старается. Вот. С другой стороны, если торопиться, будет расти коррупция, и мы можем не подготовиться просто нормально к войне, и начнется, ну, что-нибудь вроде желтых повязок. Ну, хочется верить, здесь такого уже не повторится. Так, армии. Где наши армии? Пусть здесь мы захватили. В целом, здесь мы просто ждем нападения от наших соперников. Пора. Если они отважатся. Здесь мы просто сидим, охраняем. Ну, а Люйбу наступает. И мы сдаем ход сейчас. 2000 у нас осталось. Там что-то доход просел. Я как только нажал кнопочку «Сдать ход». Наступают. Смотрите, Юантань. Ведут войска на нас. Прям активно так стараются несколькими стеками даже напасть. Но, с другой стороны, два стека, они пусть нападают на город, окей. Два стека ничего не смогут. Так, вступить в войну против фракции. Гунь Цуньцзянь запрашивает военную помощь против Джань Янь. Против бандюков. В целом, мы с ними воюем. Гун Суньзань за, этот против. Вы получаете бонус дипломатии с фракциями, которые проголосовали так же, как и вы. То есть, в целом, если мы откажемся, допустим, допустим, а что нам не пишут? За, против. Допустим, мы принят. Просим, как твои друзья. Мы соглашаемся, допустим, сейчас. На нас нападают, это хорошо, потому что есть вышки, и в целом проблем не будем испытывать сейчас. Проблем не будет, проблем не должно быть. А, то есть ты сразу решил расстаться с Китая. Точки нужно уничтожить врага. Ну? Друзья мои, нас согреет яростное сражение. Ну, кто знает, кто знает. Ты там, я смотрю, в разных компаниях бегаешь вообще. Можно сказать, по рукам. Туда-сюда. Никак не можешь определиться. Так, вышечка здесь, если что, да, поможет, поможет. Понемножку она будет дотягиваться. И что-то еще может и сделать. Гарнизон. Ну, давайте выставим. Именно... гарнизонные отряды здесь. У него лучников много, конечно. Здесь. Да и здесь их нормально. Ну, в любом случае, ставим меченосцев этих. Меченосцев-рогоносцев. Есть контакт. Лучники. А на вас надежда, конечно же, как всегда, возлагается огромное. Стрелы! Приготовиться! Стрелки! Огромная надежда. Полководцы. Предлагаю их объединить в одну группу, но они более-менее такие ударные ребята. Здесь можно вывести все-таки. Время пришло! Кавалерию. Приготовиться! Так, а здесь конница с саблями, да? Будьте готовы! Немножко вперед выводим. Алибарды, ци! Копейщики отходят назад. То есть, когда нашу пехоту расстреляют, вы выйдете вперед. Вы на цифру 3. Вот и все. Всех задействовали, начинаем бой. Так, ждем немножко. Прежде чем выводить кавалерию, немножко ждем. Ускоряем. Дабы ожидание не было таким тягостным.
лучники начинают работать по нашим несчастным гарнизончикам. Все, вперед. Выходим. Давайте, всадники, выходите, допустим, вот сюда. Ударную кавалерию выводим вот сюда. Полководцев просто подводим поближе. Грабители Черной горы. Давайте грабители сейчас попытайтесь расстрелять. Они все-таки без щитов, но они в ближнем бою, но очень много могут сделать. Все, разящий меч. Вперед. Все, вперед. Смотрите, неприятель показал спину! Красавцы! Молодушные мерзавцы! Здесь тоже надо было расстреливать. Копейщики, подходите, сейчас наши мечники дрогнут. С очень большой долей вероятности. Полководцы, выходите сюда. Здесь наша кавалерия добежит, но... не факт, что она что-то сделает в итоге. Так, лучники. Давайте полководцев тогда расстреливать. Раз вы там уже не дотягиваетесь. Все, полководцев тогда под расстрел. Наши люди бегут! Отдаем приказ. Разбегаемся здесь. Разбегаемся. Полководцы, помогаем. Хотя там они уже побежали, ничего страшного. Упс. Упс. Тут где-то еще будет. Не, давайте в лоб. Хоть мы и ударная кавалерия, но не факт, что у нас там все прям идеально так получится. Луки. Смотрите, неприятель показал спину. Малодушные мерзавцы. Отступаем. Расстреливайте эту даму. В принципе, все уже ясно. Уже все решено. А осталось сейчас вот здесь дождаться, когда она зайдет в город и бить. Все, кавалерия. Ты здесь оттягивайся, можешь вот сюда... Хотя, не, там полководец догоняет нас. Чуть по чуть, по мелочи. Ждите сигнала. Бей врага! Опрокидываем. Опрокидываем. А, так, вот эти недобитки. Ну, наши, которые. Кавалерия недобитая. Она преследовать начинает, а полководцы уже вот сюда выезжают. Вот таким вот образом. Отлично. Раздаем приказы. Вам даже не пришлось сражаться. Вы просто пришли, мускулами поиграли. И молодцы, гарнизонцы вот здесь. Прям порадовали. Не слились, не побежали. Сразу не расклеились. И ускоряемся. У наших людей нет боеприпасов. Они не потому что у него стрелять. Вот здесь достаточно большая группировка сил еще осталась. Давай, наверное, все-таки тебя переключим. За полководцами гоняться долго будем. Вышки настреливают, конечно. Вышки еще не вышли из строя у нас. С гарнизоном наша кавалерийская армия работает хорошо. Это если в открытом поле, там при определенных обстоятельствах у нас могут возникнуть проблемы, потому что не хватает пехоты, чтобы сковывать врага. Молот есть, а наковальни нет. А когда молот без наковальни, на самом деле он будет, в принципе, там, постоянно уходить в землю куда-то, натыкаться на какие-то неровности, и в итоге не вся его мощь будет продемонстрирована. Все, можно победу. Героическая победа. Нам говорят,
шансов у врагов было больше гораздо выиграть. Хотя не знаю. Ну, так считает искусственный интеллект. Так он рассчитывает. Противься хаосу перемен. Одну мы убили. В плен кого-нибудь взяли. Устрашение. Да, и мы и в пленных взяли, кстати говоря. Так, неуловимый, вспыльчивый, пренебрегает осторожностью, пренебрегает общественный порядок, вся фракция является. Но тебя мы назначать тогда не будем никуда. Опыт персонажа минус 10. Снижает стремление управляющего получить независимость. Сбегает решительности. Давайте возьмем его на службу. Его мы возьмем на службу. Восстановим порядок! А ее мы казним. Иного они не заслуживают. И восполним потерю. За мной! Ну что ты, Гунду? Бедняга, иди себе ищи новые земли. Там пустоши есть. На юге. Ну там империя Хань, в конце концов. Хотя она моя сейчас. Вассал. Не полезешь ты на них. Слабоват еще. Ох, как слабоват. Окей. Гуньланшу просит присоединиться против Цао-Цао. Следующее, да? Соглашение Гуньланшу. Ух ты, Гуньланшу, ты с Цао-Цао сейчас прям сцепилась. Но нужно привыкать, что здесь Цао-Цао наш друг. Любяо присоединяется к войне с Цао-Цао. Жан-Янь со своими союзниками отныне находится в состоянии войны с Гунцунцзянь. Развитие персонажей. Верховное казначение. Пока что. Пока что это нас не должно беспокоить сильно. Постройки. Предметы ветерана там отобрали. Друзья. Дипломатия. Отношения прекращены. Ну, дипломатия. Все, замечательно. Смотрим. Ну что, ты тут в стек отважишься напасть я или нет? Со своими просто третий стек еще сюда ведет, на Хэдун. Хотелось бы, чтобы ты пошел на штурм и сразу. Завоеватель возвращается. Не тянул резину-то особо. Невозможно. Разбегается армия. Пусть залы наполнятся смехом. Так, Джинцзянь. Блин, Джинцзянь. В принципе, мы тебя разобьем, но попытаться героя действительно забрать при помощи шпиона, мы сейчас долго будем тебя. У тебя есть еще территория где-то, Джинцзянь? У тебя нет территории. Хотя вот она, да? Еще нет, блин, это не она. Один город всего лишь, уезд. Да, обидно, но мы ее в любом случае сейчас не добьем. Еще рано. Может, шпион что-нибудь сделает. Попытаться ее переманить было бы прям таким приятным десертом. Ну, не просто попытаться ее переманить, а удачная попытка ее переманить. Так надо было потратить сейчас. За дело! Сейчас можно было бы и потратить. В принципе, здесь баланс сил на нашей стороне. Сейчас мы используем какой-нибудь навык поля обзора. Вероятность устроить засаду. Партизанская тактика. Бонус к натиску. Своя дружина. Ну, в принципе, у него дружина хорошая в этом плане. К натиску. Теперь-то после гибели одного из персонажей мы тебя вряд ли выгоним. Так что будешь служить верой и правдой. Вот так. Промышленность. Вот мы частные педагоги. Опыт персонажей. Здесь у нас появляются лучники. А средняя пехота. Простая, но что же. На пути к элите. Их нужно брать. Так, где элита тут? Она же где-то тут была. Это арбалетчики. А, вот они. Возрадуйтесь! Мы одержали честную победу! Ну давайте. В любом случае, эту ветку нужно изучать. Вот она вот сюда идет. И вот они, лучники у нас появятся. Лучнички, лучнички. Строительство. Небольшой городишко.
В любом случае, сейчас военную инфраструктуру тоже развиваем. Она пригодится. В любом месте. Даже в самом глубоком тылу. Улучшения здесь идут. Так, давай откроем. Андин. Андин улучшение. Производство продовольствия, доход от крестьянства. Здесь пока что... Давайте просто увеличим доход от производства продовольствия. И вообще в целом количество продовольствия это само. Доход от коммерции. Здесь промышленность. Давай сначала так. Дальше. Баси. Улучшаем. За счет и гарнизон как раз этой постройки. И дальше. Двигаемся в том же духе. Сообщите мне новости. Баси, баси, баси. Сельхозугодие. Еще еду. Оружейников можно будет и забрать. В принципе, здесь гарнизон обалденский получится в итоге. Если их принять в наши ряды. Нет. Так, твоя армия, ну, ничего не должна сделать. По идее, нашим гарнизоном. Вот здесь только. Подожди. Вот здесь, однако, мне нужен гарнизон. Вот здесь, однако, гарнизон нужен. Я построил тут пункт смены лошадей. Однако, неправильно я строю. Однако, ладно. Ни за что! Я надеюсь, ты в любом случае ничего не сможешь сделать. Да, владыка. О, даже любой так обращается. Владыка. Владыка. Ну что, в принципе, Баси, я думаю, не будет сильно укреплен. Сейчас пойдем возьмем тогда город, объединим провинцию. Нас ничто не остановит. Бейте решительно. Да, дотянется, отлично. Ты война дотянешься. Зовет. Здесь мы можем напасть, в любом случае отсидеться еще какое-то время в городе. Но тогда нам нужно потратить очки устрашения. Смотрим группировочку. Мы воюем, воюем, воюем. С этими мы со всеми воюем. И договориться нам не получится. Торговля. Блин, ну... Сделать вассалом. Суньце. Нет. Нет. Право прохода вероятно. Вероятно, мир. А, Шисё, мы с тобой так торгуем. Так, а ну-ка, ради интереса. А, даже так. Даже нет предложений, да, никаких. Ну, окей, окей. Я понял. Так, Джанчао. Империя Хань. В целом, ну, может быть... Здравствуй. О, принять предложение ради интереса. Кто там, придворный, да? Хороший придворный, кстати, есть. Цзюбу, великий воин. 26 лет. Неплохой боец. Никому не служил. Присоединиться к нам. Зеленые нам нужны. В плане зеленые, как бойцы. Предложить брать. А, так, это мы сейчас обязательно посмотрим еще. И эту тему надо рассмотреть. Лю-ю. Отрадное зрелище. Кого-то заставить хотя бы нам заплатить деньги. Хорошего дня. Подожди, подожди, подожди. Нам нужно потребовать 4-2. Ну, нас там чуть подставили, конечно. Сейчас уважения нет вновь. Вот так бы они 1-2. И можно было бы договориться о продаже какого-нибудь предмета. Так, ну, хренушки. Хренушки, хренушки, говорят. Кунчжоу. Обсудить. Это необходимо? Союзы, пригласить тебя можно, право прохода. Давай торговлю просто смотрим. 2,6, ну с тобой хотя бы более-менее. Вон уважение здесь не так сильно влияет. Я не в настроении. Его совсем нет. Здесь уважение все-таки играет. Слушаем. Кунчжоу с нами может договориться. Кунчжоу можно что-то отлично продать. Говори же. Подожди ты. В смысле? Почему нет? Мы нам, точнее, они нам, мы им. Заплатить хотим, если, ну, ну такой вот обмен сделать. Пустая трата времени. Давай, ладно, с тобой посмотрим, что ты вообще можешь по деньгам нам предложить.
Но в целом, хотя он вообще копейку нам предлагает. 3,9 сразу, хоп, и прыгает денежка. Ладно, возвращаемся к Империи Хань. У нас там есть интересный момент обсудить. Здравствуй. Предложение у нас останется. У них хорошие отношения. В принципе, его не смущает возраст дамы, сердце. Вот такая вот история Ромео и Джульетты. Она немножко не в том плане. Подтвердить. Не бывать этому, смотрите. А мы сделаем тогда принудить сейчас. Империя Хань, почему? Уважения нет к нам. Ценность персонажа достаточно высокая. Мнение, предложение. Более широкое воздействие. Ну, это все мелочи. Денег мы тоже с него сейчас не сможем срубить. А какие-нибудь предметы, может, у тебя есть? Нет, предметов тоже никаких нет у тебя. Давай тогда посмотрим через что-нибудь другое зайти. Потребовать выплату, попросить продовольствие. Не, ну ничего. Короче, просто мы вот таким вот образом забираем персонажа. Должна преобладать над гордыней. Просто забираем персонажа в Империи Хань. Брак Дун Пейшань и Дзей Бу. Ну тут у нас Люй Бу, тут Дзе Бу. Все нормально, да? Возможно. Ну, этому не бывать. Конечно, первая это фамилия. Следуй зову сердца. Ну, тезка. Тезка просто. Просто тезка. Так, здесь долг теперь бьем. Во имя Китая! Он отступает. Хотя, блин, он отступает, и мы его не догоняем. Ну давай останемся сейчас здесь. Останемся просто сердца. На этой территории. Соберите всех. Нам нужно составить план. Время уменьшилось. Устрашение. Крайне недальновидно. Потратили. Получается, у нас родословная немножко. А, она даже, смотрите, исключена из родословной уже. То есть, она, ну, просто жена. Нашла себе мужа сейчас. И все. И ушла из семьи. Бывает. Бес в ребро, как говорится. Все, сдаем фракцию. Фу, сдаем фракцию. Не-не-не, фракцию мы не сдаем, отставить. А то сейчас кто-нибудь тут из особо рьяных полководцев решит что-нибудь подобное замутить. Нет, мы просто сдаем ход. Этот вроде бы потери начинает. Ну, скоро начнет, я надеюсь, нести. Он просто начнет осаждать. Здесь уже начали осаду, конечно. Армию, с другой стороны, можно будет и подвести. Попытаться спасти. Этот снова вводит в Сихе войска. Гунь Ланшу просит присоединиться к войне против Цао Цао, Лю Дая. Цао Цао просит присоединиться к Гунь Суньцзяня. Наследование фракции Ван Лан. Окей, военачальник в беде. Давайте, блин, заплатим выкуп. Какая там беда у него случилась. Поручение. Развитие одаренный Лянган. Не, ну, ничего примечательного пока что, чтобы отдавать деньги за найм. Мы вон, если что, врагов будем побеждать и сильных, достойных брать в свои ряды. Действуй быстро! Так, гарнизон восстанавливается уже. Сакитай! Он несет тоже потери, кстати говоря. У нас пока что еды хватает. И у нас ненадолго хватит еды. У нас хватит еды ненадолго. Мы можем попытаться и напасть, но это тоже не в его интересах держать долго здесь осаду. С одной стороны. Не с его стороны, с другой стороны. Для нас сделано. Очки устрашения нужны. Давай на 50%. Вот, отлично. Блин, я походил там неправильно, куда-то зашел. Куда-то в лес и на этом ходу. Вот. Осторожность в этот раз нехорошо сыграла там. Ну давайте, сейчас мы добьем эту армию. Да ты издеваешься бегать кругами просто.
И... вознаградили наш пыл. Ну, неплохо. Хоть чуть денег заработали. Устрашение. Восполняем потери. К победе! Подняли уровень. Хотя бы сейчас общественный порядок будет расти посерьезней. Коррупция будет меньше, да? Но все-таки это на доход влияет. Наследование Джан Ян. Внимание! А персонажа отправляем вот сюда. Причем здесь по дорогам мы... На марше! Пробежимся. Блин, ну немножко это пробежим. Ну ладно. Там сложный участок может быть. Попытаемся пройти так. Попытаемся все-таки. Мы пробежаться чуть-чуть. Порядок. Пробежаться, а потом уже идти пешком спокойно. Построение черепаха. Тебе это может пригодиться, построение. Давай используем. Тебе это построение может пригодиться. Умение. Доход от крестьянства. Своя дружина. Броня пехоты с копьями. Тебе, конечно же, мы будем брать сейчас пехоту. Скорость бега. Боевой дух при нападении, если командует. Ну, давай возьмем копейщиков качать. Возьмем копейщиков качать. Здесь мы заменим чуть попозже сейчас один ход крутанем. И на заменим некоторых лучников на копейщиков. Производство, доход от крестьянства увеличится. Производство продовольствия. В принципе, давай производство продовольствия сейчас. Если что, потом начнем продавать. Лучше. Лучше, если что, потом лишний раз начать продавать. Государственные мастерские. Промышленность. В этом регионе у нас целиком и полностью промышленность. А вы ждите. Вы ждите. У нас тут Дзясуй. Дзясуй, ты у нас где в армии? А, ты у нас не в армии. Ты у нас управляющий здесь. Тут даже так и написано. Управляющий. Тут мы тебе ничего не дадим. Своя дружина, вероятность, доход. Вот. Промышленность, область под управлением. Берем. Эту тему тогда тебе назначаем. С бандиткой мы можем и договориться на самом деле. Попытаться вновь. А, то есть я не теряю надежду ее как-то заполучить. Ну, хотя бы... В общем, любым способом. А где она, ёптвоя? Вот он, Джиндзян. Быстрее. Давай поговорим с тобой. Мир. Она не особо его одобряет. На самом деле. Хоть и осталось с одним городом. Ладно, сдаем ход. Хотя у меня есть еще возможность построить. Коммерция, доход от коммерции. Доход от коммерции. Ну, давай здесь немножко хотя бы абсолютно показатель выкачек. Не все в процент же вкладываться. Ноль потом умножать не получится. Так, Цао Цао. Здесь тем временем ну, в очень затруднительной такой территории и ситуации. Нас бьют два стека. Мы начинаем сражаться. Торговый город мы защитим. Торговый городишко мы защитим без проблем. История к нам благосклонна. Цао Цао, жалко тебя прям. Неужели ты не сможешь ничего сделать? Неужели ты вообще ничего не можешь там сделать? Им нас не победить. После победы над тобой они побегут на нас. Пусть твои дела будут еще сильнее. Сильные слова. То, что они в два стека идут, это хорошо. Это значит... Они будут уверены в себе. А когда боец самоуверенный, он делает ошибки. Он делает глупости. Кавалерия есть. Но в любом случае выставляем вперед. Гарнизон выставляем вперед. Отряды мечников из гарнизона выставляем. Сюда. Отлично. Мечник здесь.
мечник здесь. Ну и можно еще одного на всякий случай сюда поставить. Копейщики, естественно, здесь останутся. Тут кавалерия у него тоже имеется. Но я думаю, с подкрепления там будет побольше ломиться толпа, поэтому оставим поближе к этому флангу копейщиков. Копейщики готовы. Дальше идем по лучникам. Ладно, давай толпой ставим вот таким вот образом, что они все разом начали стрелять. Здесь можно уже чуть-чуть стянуть. Здесь делаем так же. Здесь делаем... Хотя давайте опять же этих уберем отсюда. Мы поставим из гарнизона. Во-первых, они покруче. Можно даже всех троих попытаться влепить. Хоть и неровненько, но ничего. Поставили. Полководец здесь. Полководец здесь. И теперь вот доставляем остальных. Все, замечательно. Лучники еще у нас здесь остались. Еще у вас троих меня расставили. Ух, ну давай, вот сюда двоих. Лучники приготовятся. Двоих сюда. И одного вот сюда. Все, готовы. Стратег останется. Конечно же, у нас сидеть дома. Стратегу некуда. И нечего выбегать. Кавалерия. Ну давайте разобьем на две части. Раз. Два. Все, все, погнали. Арбалетчики будут нас сейчас здесь расстреливать. Мечников однозначно будет сюда перебрасывать. Ждем. Хотя он ждет подкрепления. Такое ощущение. Ну вот здесь, что он не идет в бой. Там наши так ужасно орут, блин. Действительно жутковато становится. А теперь бегом! Да, он отступает, смотрите. То есть наступление единственное, где он проводит, только тут. По остальным флангам он отступает и уводит воителей вот этих ёшек. Не, здесь он тоже пошел в бой. Значит, нам бы, может, один отряд здесь пробросить. Просто, ну, мечники он уже на издыхании. Хотя давайте кавалерию сейчас. Куда ты пошел? Стреляй, короче. Вражеские солдаты удирают! Стреляй тогда в кого можешь хотя бы. Слушайте, воины. Так, бегом сюда. Троечка. Все, здесь уже... сказать, вопрос нет. Бегом. Хотя арбалетчики сейчас наш отряд этот расстреляют и все. Копейщики, уходите. Арбалетчики по вам решили зайти. Мечники сюда. Мечники поближе. Все, здесь лучников можно даже перебрасывать уже. Мы сейчас бьем с тыла. Так, ну вышки. Ладно, кавалерию здесь спрячем. Не лезем. Наши люди бегут с поля боя. Мечники здесь готовы?
готовы. Хотя кавалерия копейщиков все-таки надо вернуть. Здесь полководец. Да, арбалетчики уже практически дострелялись. Концентрируемся на одном, чтобы они побежали. Мечники, отступаем. Мечники, подходим. Вражеский отряд удирает! Трусы! Так, а где у нас, получается, трешка? Трешка здесь. Раз, трешка. А, трешка вот. Отлично, все, уходим сюда. А здесь мы, в принципе, продолжаем преследовать его стратега. Одну армию разбили, по сути, хотя отступил. И один стратег там действительно какой-то грамотный парниша оказался. Луки на изготовку! Вражеский отряд удирает! Трусы! Все, ждем. Можем завести пока кавалерию, ну, чтоб не мозолить глаза нашему врагу. Смотрите, неприятель показал спину! Малодушные мерзавцы! Пока еще убегает. Стратег этот. Ну поближе, ну кто там, не? Вы как охрана опять действуете. Все, сбежали. А, ну тогда вы прячетесь. Тогда вы просто прячетесь и даже становитесь сейчас отдельной группой. Вражеский отряд удирает! Трусы! Даже с копьями. Опять толпень. И не закинуть нам туда бомбень. Печально. А, так. Здесь лучники. Давайте вот сюда, господа, вы сейчас все-таки бегом. Здесь, похоже, тоже определенные силы еще останутся. Вражеский отряд удирает! Трусы! Мечники, остаться, прикрывать. Копейщики снова в положении, ну, такой полуготовности. Сейчас полководца там добьют. Все, отлично. Ждем лучников. Одних перебили. Копейщики, готовьтесь. Сейчас вам нужно будет и тем сюда перебрасываться, на самом деле. Вражеский отряд удирает! Трусы! Корректируем дальше. Отряд воинов с топорами. Да, могут больно в нас зайти. Но пока что лучников покоцаем, потому что пехоты очень много. Наших мечников сломают. Вот! Кричите, кричите, давайте. Истошно так кричите. Чтоб вашим товарищам жутко становилось. Смотрите, неприятель показал спину. Он даже один отряд сюда бросил. Капитана пехоты. Капитан, очевидность. Так, нет, он все-таки перебрасывает и эти даже стейки. Все по одному направлению. Ну, неожиданно. Вот прям вот, ну, не ждал. Кавалерия. Лучники здесь добивают чуть по чуть, поэтому переживать не будем. У наших людей нет боеприпасов. Они не могут стрелять.
Пусть расслабятся и наслаждаются. Ну или сражаются, пофигу уже, на самом деле. Все, копейщики. Поцелее, которые сюда. Мечники тоже отправляются в бой. Здесь огромная толпа. Даже эту кавалерию сейчас снова нужно выводить. А так, вроде бы неплохо начинало. Разделял на несколько флангов. Бесхребетные трусы. Бегом. В принципе, можно вас растянуть пока что. Там остальные. Так, разворачиваемся, бьем сюда, потому что здесь есть кому встретить. А вы ударите уже по тылам. Только сильно не торгуй там свои морды. А, и ты сюда побежал, ну ладно. Ты здесь на самом деле не нужен. Ха, вражеские солдаты удирают! Ждите сигнал! Танники! Вперед, бегом! Начнет разворачивать. Он порой разворачивает отряды, которые сражаются в последних рядах, чтобы встретить кавалерию. Да не в этот раз точно. Приготовиться! Готовьтесь! Живее! Живее! Садники! Будьте готовы! Наши люди бегут с поля! Начинается карусель. Но он продавливает, конечно, массой просто. Быстрее! А теперь бегом! Копейщики, бегом тоже сюда. Действительно, большой такой массой продавливает нас. Выдвигайтесь, скорее! И не так все безмятежно сейчас. Слушайте, воины! Даже стратегов бросил. Садники! В бою! Покажите свой гнев! Бегом! Пощады не будет! Время пришло! Бегом! На врага! Смотрите, неприятель показал спину! Малодушные мерзавцы! Кстати, он выбегает отсюда, смотрите. Сейчас кавалерии может быть больно. Хотя копейщиков тут лицом вроде бы нет. Вперед, бегом! Пошли! А теперь бегом! Войны с Дзи, будьте готовы! Держимся, держимся, держимся. Блин, ну топорники работают знатно. Топорники прорубают там себе. Давайте, лучники, вы постреляете. Как хотите, начинайте бежать уже. Мечники тоже сюда, бегом. Будет сделано! В атаку! Атакуем! Закрушите их! Все, отступить. Отступаем. Полководца в бой пока что не бросаем. Вражеские солдаты удирают. Теперь ты в бой. Ты поцелее здесь. Мы можем полководцев вот сюда растянуть. И сейчас начнут убегать. А мы их будем перехватывать. Ай, да. Даже этот полный отряд не добежал. Убить всех. Жалко за такую победу и за убийство... Такого количества народу не дают. Больше устрашения. Ну что здесь? Кстати, еще один интересный момент такой. Достижение есть в Стиме. То есть там разрушить, по-моему, 10 поселений, играя за Дунжо. Но по идее мы уже давно не Дунжо. И Дунжо там слился давненько, прямо аж пылью покрылся. Вот. Просто вопрос в чем? Засчитают ли нам уничтожение и эту ачивку, если ну, сейчас за любую или даже за любого другого персонажа мы все-таки это сделаем, будем рушить поселение. А рушить нам, ну, наверное, придется,
По центру мы углубляться не будем. Так, чисто. Рушить, грабить. Пока что будем действовать, ну, приблизительно следующим образом. Кавалерия вон. 5 сотен, 4 сотни, 3, 3. Тщательное планирование. Ну, на следующий ход мы добьем эти стеки и получим еще устрашение. Свинью. На службу ты к нам не пойдешь. Есть искусный боец, у тебя друзья там, да, и остались. Но 20 лет, в принципе, на самом деле... Они ничем не могут помочь Китаю. Я бы тебя взял бы в фракцию. Нанимаем 10%. Хоть и денег у нас нет, и доход упал, ну, пока в осаде. Давай, ладно. Отпустите. Тут, в принципе, проблем не они такие. Они нам ни к чему. Не такие большие проблемы. Сейчас один стек мы все-таки добьем, только второй в засаде сел. Юань Яо. Гунду, кстати, опять же, лично не возглавил армию. А, он, похоже, вот наши похоже сельхозугодия хочет идти. Запрос на вступление в коалицию. Ну, алчность никого не красит. Там наш голос уже ничего не решал. Замри и не упусти ни малейший капусты. Любяо приказывает своему вассалу Цаймао вступить в войну. Цау Цау. Опять все на Цау Цау накинулись. Сун Це. Сун Це, глава семейства Сунь, во время охоты попал в неприятную засаду. Пораженный стрелой в лицо, он вскоре скончался. Ёперный кардобалет. Так, ладно. Повышение ранга — это все хорошо. Здесь у нас тайнописец. Построение. Так. Давай добьем сейчас вот этот маленький стек. Я хочу поговорить со своими советниками. Только вперед. Оставите! А, он даже не в засаду, мы его не видели. Быстрый ум отражает самые сильные удары. Замечательно. Денег. Устрашение. Давай еще денег возьмем. Держатель. Пустая трата ресурсов. Мы и действуем. Добивать этот стек уже... Хотя надо бы по-хорошему, наверное, даже добить. Ни за что! Денег получим. Тут нам угрозы никакой... В принципе... Выступаем. Не пишут. Пусть бурлит ярость! Ага, ага. Не достанем, да? Не достанем. А почему ты потери не восстанавливаешь? Не на дружественной территории? А, ну да, мы не на дружественной территории. Избегайте помех. Хотел сказать, сфигали на рояле, но это, да, действительно не дружественная территория сейчас. Соберите всех. На штурм он не идет. Боится. Боится, хоть и теряет тоже людей много. Мы теряем даже меньше, в принципе. Мы только начнем сейчас терять. Это безумие. Поэтому пока что можем и подождать. Мао Цэ. Ты у нас полководец. Доход от коммерции, но это область под управлением. Если командует повреждение... Построек в процессе осады. Хорошая тема, на самом деле. У тех же желтых повязок есть что-то подобное, но там не обязательно командовать, можно просто присутствовать, если меня память не подводит. Игнорирование штрафов в лесу. Вероятность избежать засады — своя армия. Опыт персонажа. Давайте свою армию сейчас прокачаем. Поможем, если что, избавляться от засад. Тут у нас ничего нет. Содержание построек под управлением. Ну, чутье тебе надо брать. В принципе, пора кавалерия. Произошедшее. Скорость натиска. А скорость натиска увеличивает и сам удар. Ты управляющий. Тебе, если что, можно будет что-то взять. И не обязательно для прокачки армии. Вот доход от промышленности, область под управлением. Давай. Область под управлением. Отлично. С тобой мы разобрались, с тобой мы поквитались. Персонажи при дворе. У нас стратегов много. Дунфу. Дунфу, Дунфу. Придворный. Ну давай посмотрим ночные сражения. Огненные стрелы.
Вероятность избежать плена после боя. Давай, все-таки тебя я еще буду назначать. И не исключено, что ты будешь командовать армией. Так что именно таким образом и поступим. Ну что, на этом предлагаю закончить серию. Но этот Мадзунь ничего не сделает, по идее, нашим сельхозугодьям. Тут гарнизон знатный. Мы даже можем выйти из города. У нас преимущество будет, его расшатаем, если он попытается осадить нас. Займемся строительством, ну, уже в следующей серии. На сегодня все. До следующего видео. Всем добра. Пока-пока.